عن أبي موسى أشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. رواه البخاري. Пророк саллаллаху алейхи вассалям в одном из своих хадисов, который был передан Абу Мусой Ашари радиаллаху та'аля анху, сказал: привязывайте Коран, то есть когда вы его учите, постоянно повторяйте и закрепляйте его. Потому что, клянусь тем, в чьей длани моя душа, он сильнее уходом, чем верблюдица из своей привязи. То есть это сравнение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было связано тем, что арабы в то время преимущественно выращивали верблюдов. И верблюд — это такое животное, когда он выходит на пастбище и видит просторы степи, он забывает обо всем. И его стремление вырваться из этой привязи, оно настолько сильно, что его ничего не может остановить. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнивал Коран, который даже мы один раз заучили, с этим верблюдом. Потому что скорость забывания Корана, она равна скорости его заучивания. То есть как он быстро учится, так он быстро и забывается. Поэтому мы должны быть внимательны и бдительны к повторению священных аятов, которые были ниспосланы нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Коран — это слова Всевышнего Аллаха, и они имеют такую специфику очень быстро забываться. Если бы это были поэмы, которые придумал человек, то их можно было бы заучить и ходить на века с этой заучкой. Но так как это является прямая речь Всевышнего Аллаха, то она не задерживается там, где ей не уделяет должного.